Добрый день всем подписчикам и гостям канала. Сейчас, во время этой страшной войны, которую развернули в Украине расисты, вложение в стабильную валюту самое то. На фоне растущей инфляции монеты, номинированные в долларах или евро, растут независимо от редкости экземпляра, вслед за курсом. Поэтому сегодня покажу вам несколько монет, которые удалось приобрести из серии «Президенты США» номиналом 1 доллар. 1 доллар США 2014 года. 32-й президент Франклин Рузвельт. 1 доллар 2012 года. 24-й президент США Гровер Кливленд. 1 доллар 2013 года, 25-й президент США, Уильям МакКинли. 1 доллар 2008 года, 8-й президент США, Мартин Ван Бюрен. Такими были последние покупки в коллекции. На этом завершаем наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все будет Украина!